Я иду с вами в теплицу вместе. Сегодня 9 апреля. Я хочу показать вам огурчики. Вот это да! Вот это огурчики! Что у меня шуршит, шуршит, поливает. А я набралась наглости прийти посмотреть, что тут происходит. Ой, какая красота! Ну, правда, прям вообще. А ты, Сереж, а ты их сверху прям... Ну, так получилось, что у меня теперь. Каждый горшочек вытаскивает. Слушай, как вытянул с петунья. Ну, все, сегодня я... Сейчас я съезжу в больницу. Быстренько пройду обследование. И вернусь к вам. Ох, какие красавцы. Татьяна, Татьяна, это ваша белая. Ждет вас. Ага. Пеларгошки. Вот эти элотиорочки. Я их узнала 2 года назад. Элотиорки. И больше всех мне понравились вот эти красные. Потому что там есть и желтый, и розовый. Но что-то красные мне прям... Зашли. Вот этот калибрашки такой красный у меня не было. А это монстера. Взяла себе еще 3 монстерочки. Доделаем дом. У меня будет... Что у меня будет, Сереж? Дом у тебя будет? Нет, этот зимний. Оранжерей? Оранжерей, да. Да, деловая. Ну, мне очень хочется, чтобы у меня была оранжерея. Смотрите, бегония вылазит. Томатики. Тиамонт. Ждут. Калибрашки укореняются. А вон детский сад вылез. Детский сад вылез, сейчас до него дойдем. Так, тайдалы. И вот это кто-то тоже ждет. Пеларгошки начали отпадать. Это нормальное их явление, они всегда ссорят. Петунечки. Львиный зев. Вау. Класс, класс. Так, дети. Взошли дети. Это огурцы. Все, молодцы. Огурцы зашли. Так, пойдемте туда. Чуть я куртку одела, погорячилась, жарко здесь. Так, что у нас здесь? Томатики, пеларгошки. А ты дашь мне туда? Нет. Не дашь, хорошо. Он не даст мне туда пройти. Да, я... С той стороны пройди, что тебе обязательно здесь надо переться? Ага, вот так вот. На жену, на родную, на любимую переться. Это этот лобелия ампельная. Потом 2 года назад занималась я лобелией, но хочу теперь ампельный. Костик тоже ее надо прищипывать, тоже формировать. И вон, смотри, пошел этот алисум, пошел в рост. Тоже молчал. Так, пойдемте туда. Раз меня сюда послали, значит, мы пойдем сюда. О, а здесь у нас прям буйство. Буйство такое. Так, ох, какой цвет. Сейчас мы его достанем. О, мошки полетели. Надо обработать. А то на фуксии мошки. Фуксия очень быстро может подхватить болезнь. Особенно белокрылка. Белокрылку. Смотрите, какой цвет. Это, конечно... Да, вот это будет крутая петунья. И тем более она такая каскадная. С нее, конечно, я сниму максимум черночков. То есть не ожидала, что такой крутой мне достанется кустик. Так, кто у нас тут еще? Пеларгошки пошли в рост. Видно, видно. Томатики. Вот такие уже. Ну, дюймовочка они. Вот эти листья по... Ага. Вот эти листья нижние надо будет удалить, они подсохнут, а потом уже будут сажать. Смотри, а то огурцы, видишь, как это сломаться могут. Ну, все, сейчас мы сбегаем. А, ребенок мне набил стаканы. То есть у меня теперь сегодня я буду прям максимально все, что смогу укоренить. Ой, не укоренить, а распикировать, потому что томаты ждут. Кого? Но здесь света вообще нет. А, ну, конечно, видишь, сиротин. Ну, тут больной немножко. Не больной. Разберемся с ним. Вот такие вести с Подрастюшина. Хорошего дня.